Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Сегодня очередной выпуск в рубрике «Ужин за 20 минут». Полноценный ужин за 20 минут. Традиционно напоминаю, что основные этапы готовки и перечень ингредиентов прочитайте, как всегда, в конце ролика, в титрах. Начну с разогрева духовки. На самом деле, если у вас 4 конфорки на плите, то можно и без духовки обойтись. У меня, к сожалению, только 3. Поэтому выкручусь как могу. Начну с перцев. Их надо нарезать пластинками. Продолжу с луковицей. Это белый сладкий лук, но сойдет на самом деле и обычный репчатый, и тоже будет классно. Его надо нарезать соломкой. Ну, слегка сдобрить растительным маслом, присолить немного и отправить в духовку под верхний гриль. Температуру повыше, 220-240 нормально будет. Либо, как я уже сказал, если у вас есть 4 конфорки, можно прямо на сковороде и перец и лук подпалить. Будет даже лучше и быстрее. Теперь яйца разболтать с молоком и щепоткой соли. И в этой смеси надо вымочить хлеб для гренок. На сковороде немного масла растительного. Хлеб, кстати, уже можно перевернуть. А чтобы крошки, которые будут с хлеба отлетать, не пригорали, жарить буду на бумаге для выпечки. На сливочном масле. Так гренки вкуснее получаются. Теперь куриной грудкой займусь. Еще одно яйцо разболтать с солью. Куриную грудку нарезать такими тонкими пластинками. 6-8 мм где-то вот нормально будет. В яйцо ее. И теперь панировочные сухари. На сковороду. Вот так. А на первую сковороду отправляются будущие гренки. А сюда хлеб для второй партии. На десерт сегодня будут простота простецкая. Лесные орехи в сахарной обсыпке. Тут все очень просто. На сковороду отправляю орехи и сахар. Эти орехи я купил уже обжаренными, чтобы не мучиться и не счищать с них вот эту вот шелуху. Чего проще, правда? Курицу пора переворачивать. Она тонкая, поэтому готовится моментально. Проверить ее готовность очень просто. Вот смотрите, это еще сырая, надавили пальцем и запомнили ощущение. Вот она мягкая пока еще. А теперь давим эту, проверяем. Когда она приготовится, то станет явно тверже. Так вот, как только стала твердой, тут же снимать с огня. А то переслушайте, не надо ее после того, как она стала твердой, еще какое-то время на сковороде дожаривать. Даже если и снимите с огня, еще слегка-слегка сыроватый, чуть-чуть розовинка, может быть, будет в ней. Она от запасенного тепла в тарелке сама доготовится. Если уж совсем боитесь, ну, разрежьте один кусочек готовый и посмотрите. Вот видите, она белая и сочная. Все готово. Перегренки пора перевернуть. И эти тоже. Вторая партия грудки на сковороду. Что тут с орехами? Да отлично все с ними. Как видите, никаких сложностей. Пора перевернуть. А гренки уже можно снять. Вторая партия отправляется на сковороду. Можно начинать сборку сэндвичей. Сначала грудку вниз. Это уже тоже готово. Сюда ее. Супер. Перец с луком уже подпеклись. Теперь сверху сыр. Вы выбираете тот, который вам по вкусу придется. Вкусы-то у всех разные. Гренки, кстати, пора перевернуть. На второй стороне они моментально дойдут, потому что с одной стороны уже хорошенько прогрелись. К орехам пора добавить маленький кусочек сливочного масла и выключить нагрев. Мне вот очень нравятся такие орехи. Готовятся моментально. Много не съешь, они очень сытные, сладкие и вкусные. И причем очень вкусные. Так, можно завершать сборку сэндвичей.
Готово. Сковородки пока горячие, отмываются по 15 секунд на каждую. Так что, если не копить посуду, то еще одну минуту добавьте к времени приготовления сегодняшнего ужина. Вот такая вот штука. Здоровенный сэндвич с сочной грудкой в хрустящей панировке. С обалденным сладким перцем, со сладким луком подпеченным, с грудкой куриной в хрустящей панировке. Сырик опять же. И греночки нежные. Обалденное сочетание. Обалденные и огромные порции. Видите, просто огромные. Так, ну и сахарные лесные орешки. Сахарные, ну, в карамели. Орешки в карамели, так назовем их. Классно. Красота. В принципе, поджаренные орехи лесные – это вкусно. С сахаром – прекрасно. Это еще карамель. Аромат карамели – просто замечательно. Тут, конечно, важно их не пережарить, но за вот это вот время, чтобы отвели на ужин, вы их точно не пережарите, все будет отлично. И прекрасно, что много такой сладости не съешь. Она очень сытная. Короче, вы видите, готовить можно быстро, готовить можно просто, никаких сложностей нет. Здесь всего на этих два здоровенных бутера ушла одна куриная грудка, то есть на две порции одна куриная грудка, яйца, хлеб, сыр, ну, перец сладкий, о чем тут говорить. Короче, просто и быстро готовьте, готовьте самостоятельно, никаких сложностей тут нет, никаких. На этом позвольте с вами прощаться. Огромное спасибо за лайки, дизлайки, за репосты, за компанию, опять же, спасибо. Всем пока!